Снаряд русская рулетка. Шумов Кирилл. Отлично. Уже руки подзабились, много не будем понимать. Просто хотим поделиться впечатлениями об этом снаряде. 60 миллиметров ручка оригинальная. Что о русской рулетке скажете? Ну, вы уже поднимали на турнире Карагандинской русская области. Русская рулетка — это тоже проверить свои силы своей руки, силу своего предплечья. Ручка 60 миллиметров тоже дает такое обманчивое ощущение. Кажется, что ну что здесь там 50 килограмм, там в повседневной жизни все поднимают, но с этой ручкой здесь все совсем идет по-другому. Это все обманчиво. Здесь реально нужно хорошие тренировки, прорабатывать именно мышцы предплечья, чтобы прогрессировать. Тренироваться. Тренироваться. Да, на этом снаряде желательно. Но, конечно, рука должна быть, как у Кирилла, такая не маленькая. Потому что если будут короткие пальцы, немножко проблемно будет захватить. Я здесь тоже считаю, что вот как у меня маленькая. Длина пальцев она играет здесь далеко не последняя роль. Она здесь одна из первых ролей играет. Ну, тренировки делают свое дело, как бы, конечно. Конечно, тренировка – это основа. И неважно, какой вы там, 100 килограмм вести, 50 килограмм вести здесь. Перед роллингом все едины. Костя Тархов доказал это. Да, при весе 72 он поднял рекорды. Уже на уровне мира. Да. Это достойный результат. Максим, тебе звонок. Давай усиливай хлад. Макс сейчас готовится на 40. Скоро мы увидим. 40 килограмм в хабе от Максима Казина.